В России приняли меры по сдерживанию цен на проезд в общественном транспорте. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. План действий подготовили по поручению Владимира Путина. Сейчас закон позволяет перевозчикам свободно сокращать и даже приостанавливать рейсы. Причем не все делают это вынужденно из-за уменьшения пассажиропотока. Недобросовестные компании злоупотребляют правом. Перегруженные автобусы приносят больше прибыли, заявляют Мишустин. По отношению к пассажирам это несправедливо, поскольку люди тратят лишнее время и деньги. Теперь перевозчикам ограничат возможность уведомительного изменения маршрутов и произвольного прекращения движения. Контроль возложили на региональные власти. Хотя в Омском транспортном союзе отрицают, что местные перевозчики самовольно уходят с маршрутов или сокращают количество рейсов. Так или иначе, председатель организации Николай Артемьев рассказал, что инициатива федерального правительства правильная и своевременная. Перевозчики даже не думают, мы не сокращаем рейсы, мы только рады тому, что на сегодняшний день есть новый подвижной состав. Вот в частности, в Омском транспортном союзе мы только увеличили количество рейсов и увеличили количество выходов на сегодняшний день. Поэтому, конечно, все логично. А вот вопросы компенсационных механизмов, это уже второстепенно. Я думаю, что они будут разработаны с участием перевозчиков и организатора маршрутной сети.